Откуда что берется? Персик хасанский начался с одной почки, так же, как с одного саженца у меня начался абрикос-патриарх. И это только такое особое отношение к этим редкостям. То абрикос тот с Дальнего Востока, да? Вот. А этот, черт его знает, откуда точно, но раз называется хасанский, тоже Дальний Восток. Особое отношение. И вот я... Сейчас покажу. Вот отсюда начинаю. Вот. Он на какой-то момент, в 2000 году, он замерз намертво. Но под снегом что-то было. Пожилая учительница. Это история. Это тоже когда-то будет проходить в этих самых. В истории садоводства будет такая наука. Я Александр Савинович, если вы меня слышите. Уже можно. Вы уже можете 5-10 книг. Вам бы кто-нибудь дал бы так 10 миллионов, сказал... Срочно серию книг, потому что самый близкий мне человек, который это сам, по духу. Вот. Из тех, кто имеет диплом о высшем образовании, красный диплом, сотни уже публикаций, можно было бы такое создать, всю страну, 1 000 000 книг, библиотеки, и такой чек, вот он рядом, в Красноярске. Вот. И вы тоже, как все, потеряете годы, пока получите... признание, а когда вы получите, станете дипломированным, то есть уже этим самым остепененным специалистом, потом синкором, а потом покажут зал вот так вот, где 1000 академиков и синкоров спит и храпит, и у всех открыты рты, вот, а кто-то там с трибуны что-то говорит, такой же. Вот это будет, а вот это что можно, могло быть. Почему? Если уж вот это чудо свершилось под снега, когда оттаял снег у этой учительницы поселка Сизой, я срезал одну единственную живую веточку. А дальше смотрите сюда. Вы знаете, вначале я ждал во, а они во. Это все, они были кислые, они в зиму входили зелеными. Понимаете? Вот. А потом началось чудо возрождения. Не сорта, как, ну, это может быть это сорт возрождения этого сорта образца. Все-таки нельзя назвать прививку сортом, это уже нечто другое. Вот он привит на маньчжурский абрикос. Возрождение его исторических качеств. Он просто пока дошел до, как называется это, до хасанского района. Как, вот. Он уже достаточно одичал. Достаточно. Одичание, подчеркиваю, я всегда в скобках говорю, приспособление. Одичание – это условное название. Потом, после этого, в виде сеянца попал по ссылке к этой пожилой учительнице в поселке Сизую. И началось возрождение уже то, чем мы должны заниматься все, включая науку. А мы потом копнем гриля. Сколько интересного вас ждет, ребята. Но я специально подвожу к этому. Это преамбула. Потому что наконец-то однажды я поверил в это чудо. Вот он, молодой, наглый, но наглый только в пределах сада. И вот эти первые два плодика. Вот. И тогда я только поверил, что... А то же задолбили. Ничего не растет в Сибири. Ни шелковица, ни эти. Вот. Ну и... На этом остановлюсь про персики. Черенки персики, я их не так уж у меня и много, они вот-вот кончатся, буквально 2-3 дня. А я еще с дуру написал, что персик тоже 100 рублей. Наверное, ошибку сделал, мог бы по 200 продавать, хотя и весенние нарезки. А вас, Елена Александровна Савинь, ждет отдельный вот такой вот веник. Вот на несколько сотен уникальных саженцев абрикосов, персиков, все. Даже черешни, даже это, даже сливы, даже вот такие. Вот, тоже вам землю даст. Вот, как тому слону. Съесть он съесть, а кто даст.